Ситуация для Путина и впрямь критическая, если он официально разрешил призывать иностранцев. И, возможно, на это повлиял следующий факт. Недавно правительство Замбии обратилось в РФ с просьбой объяснить, как их гражданин мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине. Как оказалось, гражданин Замбии, отбывавший тюремный срок в Москве, погиб на войне против Украины. 23-летний молодой человек приехал в Москву изучать ядерную инженерию. Однако был осужден и заключен на 9 лет и 6 месяцев, якобы за распространение наркотиков. И лично я не могу утверждать на 100%, зная, как ведет себя российская милиция, что юношу не подставили. А теперь он погиб. Гражданин далекой африканской страны погиб в Украине. Как вы думаете, дали ли замбийцу право выбора? Пишите в комментариях. А еще не забывайте лайкать и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить важные и актуальные новости.